Ребят, а еще такой, можно вопрос? Это из оперы, ну, просто чтобы вообще вот делать конференцию просто отменной. А вы могли бы, если есть возможность, сделать какую-то экскурсию по офису? Это не секрет? Нет. Да нет, какой секрет? Ну, вот было вот бы здорово, если бы обзор такой сделали, ну, просто жмем руки, респект вам был бы. Да, это вообще бомба тогда. Это наша комната. То есть это наша комната, да? Эти самые алгоритмы. Ну, то есть у нас есть вот эти экраны, я с телефоном у меня... Ну, то есть это телефоны, это наши, то есть компьютеры, наши доски, где мы работаем, там очень много там написано, все разбросано. Ну, то есть вот так где-то, да? У вас там несколько комнат, да, тоже я вижу, компьютеры стоят? Да-да-да-да, есть одна комната, где работают державики, есть одна комната, где работают там на алгоритме, есть одна комната, где работают над, чтобы система нормально работала. То есть это комната, где мы работаем, то есть работают трейдеры. Это комната, где работают трейдеры. Ну, не совсем трейдеры, создатели ботов, ну, да, так, которые автоматические трейдеры больше. Сейчас. Ну, то есть это вот наш офис. Вот это? Такая картинка, да, она впечатляет, потому что, ну, до этого там писали, что какой-то офис. То есть это на наши кабинеты там. Это у нас на бирже. Я уже даже приближу сейчас наших основных скептиков, скажу, что ничего себе, ребята постарались, столько актеров наняли, офис оборудовали. Я уже прям чувствую. Не, ну то есть все нормально. Ребята, можно вопрос? Да, конечно. Я вот буквально 5 минут назад зашел, мне только что ссылку прислали. Запись от этого вебинара есть или где вас можно посмотреть? Да, запись идет, мы раскинем во все чаты. Кто вас пригласил на данный вебинар, у него спросите, он вам даст ссылку на видеозапись. Хорошо, отлично, спасибо. Пожалуйста. Да, да, все везде, видеозапись есть. Есть какие-то там другие вопросы? Что-то... Знаете, вот вопросы отпали. Вот. Ребят, спасибо вам большое. Это у нас была только первая часть нашей конференции. Следующая часть у нас сейчас будет уже с руководством компании. Вы ответили абсолютно на все вопросы, поэтому мы ждем от вас просто больших пруфов, да, вот как вы говорили, чтобы просто дать какие-то ссылочки, да, где люди смогут посмотреть, что действительно ваш алгоритм работает в плюс и зарабатывает. Все. Да, без проблем. То есть ссылка будет, и все вы увидите. Вся статистика про алгоритмы и про, то есть про позитивный трейдинг. Что бот работает нормально. Мы понимаем, что вам нужна статистика, это естественно. Я думаю, тогда к вам, да, больше вопросов нету. Спасибо огромное, что уделили время. Ну, возможно, вас побеспокоим когда-нибудь там попозже, через пару месяцев, да. Может, вы там уже нам больше расскажете, там разовьется больше ваша биржа, да, потому что все мы ждем, когда будет больше возможностей завода денег, ну, с различных там Visa, MasterCard, каких-то других платежных систем, да. Вот. Я думаю, это ближайшие 2-3 месяца, да, так у вас. Да, то есть все это, то есть все возможные то есть, платежные системы будут, все это будет внедряться в систему, да, то есть, и я хочу еще сказать, что на английском будет, то есть нормально будет, чтобы на английском была у нас эта статистика, то есть вся эта работа с ботами. Цифры, они интернациональные, неважно, ну, что да, буквы. Да. Главное цифры. Все, ребят, спасибо вам большое. Володь, правда, спасибо, по-английски позови.